Всем привет, дорогие мои! С вами Кононова Аня, проект Faberlic Online. И в этом видео будет мой небольшой заказик, я бы так выразилась, который мне просто нужен, важен и на данный момент необходим. Итак, первое, что я заказала, я хочу поменять все мочалочки. У нас, в принципе, классные мочалочки. У меня ни одна не развалилась, ничего. Но просто уже пора время заменить. Первая такая вот мочалочка с артикулом 910-334. Она идет с ароматом натурального мильфея и прямо вот с кусочками мыла. Вот посмотрите, такие вот кусочки мыла. Называется малиновый мильфей. Клево и классно. И, в принципе, запах тоже яркий, свежий, прикольный. Вторая с артикулом 910-335. Называется оранжевая меренга. Тут тоже такие вот, ну, много тут таких кусочков. Оно такое мыльное, приятное. Мылится так, ну, не особо прям сильная пена, прям густая. Но неплохо так мылится, хорошо. И потом, когда они уже заканчиваются, можно использовать как обычную мочалочку. И, конечно же, вот такая вот няшная красота с сердечками, как вы видите, очень красиво. Мне тоже понравилась клубничка со сливками. Запах нежный, приятный такой, из линейки Story D'Amour, артикул 910-523. Такие классно дарить. Я, например, дарю такой пакетик с мочалкой и могу туда положить еще деньги. И прикольно, ароматный такой подарочек получается. Далее, смотрите, была распродажа. У меня есть небольшой заказ, зубная паста Sensitive. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 штук. Заказали у меня 6 штук, 4 я взяла себе. Так, еще и еще, потому что нас много. Дальше самые интересные масочки. Ну, я думаю, вы помните, я снимала обзор и говорила вам, что я мало заказала, что мне надо побольше. Вот, мало того, что у меня мало осталось, я мало заказала, так мы еще и все это израсходовали на фотосессиях, поэтому я заказала себе пока есть вот такую вот маску-шапочку. Очень она мне понравилась. Артикул 7207. Просто обалденная маска-шапочка. Это просто вот на ура восстанавливает мои волосы. И я ее очень долго не могла выцепить. Ее мега долго не было в наличии. А вот, и наконец-то, ура-ура, она появилась. Поэтому я взяла сразу несколько штук для себя и своих мам и дочек. Значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вот прям 10 штук взяла. Представляете? Всем привет, мои дорогие! Сегодня очень хочу попробовать. Как раз у меня сырые, не расчесанные волосы, только после душа, слегка подсохли. Вот такую вот маску-шапочку, восстанавливающую для поврежденных волос. Значит, что тут написано? Вымойте волосы и просушите их полотенцем. Это сделано, да, для того, чтобы удалить лишнюю влагу. Затем, значит, извлеките шапочку из саше и откройте ее, разорвав посередине. Ну что ж, рвем посередине. Извлекаем, ого, какая интересная, да, извлекаем шапочку. Так, наденьте шапочку и аккуратно помассируйте голову, чтобы равномерно распределить маску по волосам. Закрепите шапочку с помощью липучки. Там что-то есть, какая-то питательная эмульсия. Маска-шапочка с интеллектуальной формулой, которая предназначена для глубокого восстановления интенсивного питания сильно поврежденных волос. Кератин распознает ослабленные участки волоса и заполняет их, утолщает волосяной стержень и уменьшает ломкость. Волосы выглядят здоровыми, гладкими, блестящими. Форма шапочки способствует эффективному проведению процедуры. Так, я не поняла, как этим пользоваться. Вот это, я так понимаю, закрепление идет. Ага. Так, вот это, наверное, разорвите посередине, было вот это. Ну, в общем, ребят, я рву, но не знаю, то ли я рву. Ну да, там внутри какая-то питательная эмульсия. Как это туда засунуть-то все? Так, значит, это вот так, скорее всего. Нарисовано, конечно, это все интересно. Как это все надели? Так, сначала массируем. Потом есть вот такая штучка, которая закрепляется на голове. Вот она, отклеивается. Я так понимаю, надо натянуть и закрепить. И вот таким образом, промассировав голову, мы сидим 20
минут. Так, уши вспотели, я ее немножко переодела, вот, потому что у меня волосы начали выпадывать из-под нее, поэтому я переодела ее слегка, и уши достала где-то уже наполовине, наверное, потому что горячо, тепло было под пакетом. А, прошло, значит, у нас с вами 15-20 минут, затем мы ее снимаем, эту маску, да, что тут внутри, вроде бы как ничего не осталось, да, то есть волосы такие липкие, я бы сказала. Интересный такой веник на голове, непонятный вообще. Так, значит, что мы теперь делаем? Снимаем и промоем волосы теплой водой. То есть без шампуня, без всего, просто теплой водой промываем. Ну да, такая липкая масса. Прям слышу, как руки слипаются, да? И сушим волосы феном. Ну что ж, посмотрим, что у нас тут вышло. Смывается легко, вообще без всяких на то проблем. Здорово. Сейчас посмотрим, что получилось. Ну да, великолепно. Волосы, слава богу, я не наращиваю. Слушайте, ну расчесывается просто шикарно. Чувствуется, что да, уход был. Да, уход был. Да, расчесывается великолепно, причем сверху сразу вниз. Здорово, мне нравится. Хорошенькие такие волосики. Ну что ж, будем сушить, проверять. Ну что, ну объем он, соответственно, упадет немножко, потому что я его ни с шампунем, ни присыпкой, ничем не закрепляла. Вот. Ну слушайте, качество волос мне нравится. Они стали более такие, как даже сказать, более плотные, во-первых. Во-вторых, более такие блестящие. В-третьих, я так понимаю, что фен нужен еще для того, что вы же не мыли голову с мылом, вы просто смыли эту маску. А это уже говорит о том, что ценные какие-то вещества остались в волосе, и нужно было немножечко волос нагреть, чтобы они как бы довпитались вовнутрь. Я как бы так вот понимаю. То есть волосы масла не просят, кончики тоже не просят масла. То есть все великолепно. Такое чувство, что ты действительно сходила на какую-то процедуру в салон и полечила свои волосы, и вот теперь они вот такие вот клевые. То есть как бы да, действительно приятно, хотя пару дней назад, на момент съемки этого видео, да, у меня был мастер, закрашивал мне седину, все, да, видно уже тут немножечко опять отрастает. Но могу сказать, что великолепно, просто великолепно. Мне эта маска нравится. Ощущения мега приятные, могу ее вам рекомендовать, и действительно супер, просто супер. Мне нравится. Далее, конечно же, взяла 10 масочек. Скоро поеду к мамам по гостям. Мама мне уже вовсю высылает клубничку, а я все никак к ней не еду. Столько стран мира обкатала. За месяц 4 страны, а до мамы так и не доехала. Ну, понятно, меня в Кирове не было. Сейчас мы к ней поедем и к одной, и к другой. И, конечно же, хочется с какими-то гостинцами. Поэтому несколько масочек себе и маме. Вот эта маска, это просто мега вещь. Артикул 1384. Обалденная просто масочка. Тоже сейчас посмеетесь. Космонавты, да, галактические. Очень хорошо выравнивает лицо, увлажняет, именно разглаживает, восстанавливает. И в составе идет гидролизированный коллаген. Прямо мега крутая штука. На мой взгляд, прям супер. Дальше масочка B-Royal. Она уже идет такая 30+, ну я думаю, ее можно 25+ уже расходовать начинать, потому что это просто великолепная вещь. Тоже брала 10 штук, но успели уже подрасходовать, да, осталось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, пока мы сидели. А вот 7, 8, 9, 10. Ее я брала 15 штук, мамам по 5 и себе 5, ну вот пока осталось 10, потому что это красота, это просто реально тоже красота. Она действует тоже очень хорошо, она укрепляет, она омолаживает. Она придает свежий вид, как и та, тоже 15 минут. Понравилось, что она идет с медовым экстрактом, тоже такая классная. Это мы тут у Валентины Афанасьевны ее делали. Она смягчает, повышает тонус, упругость, укрепляет тонкую кожу, разглаживает мелкие морщинки. 1574 артикул. Очень нравится B-Royal масочка. Так, дальше, конечно же, маски для волос. Это у меня маска «Умный кератин». Я всегда беру по многу, потому что по масочке мамам. И 3 масочки мы с Катюшей израсходуем за месяц легко. За каталог, вернее, да. Маска идет «Смарт кератин». Розовая такая, классная, приятная. Мне очень нравится она. Видите, какая хорошенькая.
довольно-таки густая, не течет. Очень у нее нежный такой приятный аромат. И эта маска именно выявляет поврежденные участки волос и заполняет их. И получается волос неповрежденный. 82-48. Давно ее уже заказываю. Далее такая вот простецкая масочка. Если это была 200 мл, то это 150 мл. Артикул у нее 0197. Она идет как питание сухих и ломких волос. Действительно питает хорошо, питает на ура. Пахнет очень вкусно. Мне ее хватает на 2-3 применения. Когда как, если волосы сильно повреждены, я наношу ее побольше. Такая персиковая, приятная, с ароматом, с довольно-таки ярким ароматом, таких, знаете, ягод морошки. Все вот эти ягоды из лесочка, да, тоже взяла немало, потому что восстанавливать волосы надо. У нас была куча фотосессий, мы снимали автоворонку девчонкам. И, конечно же, очень много портили и жгли волосы почти каждый день. У нас были фотосессии, поэтому много-много-много у волос ушло здоровых сил. Далее. Сухой шампунь. Ну, что могу сказать про сухой шампунь? Его легко и просто делать именно перед укладками. Когда волосы грязные и хочется сбрызнуть, да, вот я тут полдня по торговому центру, мне надо было заехать домой и снова ехать в аэропорт встречать гостей. И, вы знаете, я просто сбрызнулась сухим шампунем, потому что за день 10 раз вспотела, у нас сейчас жара, встретила гостей и на ночь уже сходила в душ, потому что в душ было некогда сходить. Тоже классная штука. Если вы заехали, например, нечаянно в чистые волосы рукой в креме, да, что у меня частенько бывает где-нибудь на лбу, на висках, ну, частенько, да, вот бывает, я такое делаю, такой вот он, видите, да, запах у него, кстати, очень яркий, вот видите, белеет, пытается помыть, отмыть уже, руки помыть, тоже бывает такое, нечаянно задел, пшик-пшик и все, и на чистые волосы тоже очень хорошо, сразу же такой объемчик слегка немножко появляется, и плюс к объемчику еще и чистота продлевается, да, вот летом это прям очень важно, 27.02, не всегда в течение дня, даже если ты 30 раз вспотел, есть время помыть голову, да, если ты дома, конечно, можно хоть каждые 15 минут душ ходить, а если не дома. Так, далее у меня 5 масок анти-йеллоу, мои любимые, и 5 масок восстанавливающих бальзамов. Такая вот у меня тут делегация, красота. Масочка анти-йеллоу такая вот. Она убирает желтизну с волос очень хорошо. Прям нравится. Тоже вставочку видите, пользуюсь ей регулярно. 27-12 артикул. Потом, значит, такой вот бальзам. Это уже идет третий шаг уходовой процедуры. Да? Первый шаг, понятно, что это шампунь. И это обычный такой бальзам. Хороший, да, тоже для блондинок. Тоже хорошо восстанавливает. 150 мл. Артикул 27-11. И, конечно же, шампунь для нейтрализации желтизны. Он тоже, видите, такого вот темно-фиолетового цвета, то есть сколько-то шампунем, сколько-то маской желтизну убираете, и потом наносите бальзам, а потом еще несмываемый уход, и получается целая линейка в пользовании, шикарная. Артикул шампуня 27-10. Великолепная, просто великолепная вещь. Дальше у нас с вами идет такой вот скраб, у меня что-то все скрабы закончились. Артикул 14-42. Очень понравился мне этот скраб, ну, написано, что он прям антицеллюлитный и так далее, но я им пользуюсь просто как скрабом, очень нравится скраб пляж. Он эффективно очищает кожу, экстракт кокоса, масло какао и бабасу. Тут в составе идет, они питают, восстанавливают благодаря роскошному маслу. Тоже 3 штучки себе взяла, мне сейчас надолго хватит, если Екатерина Андреевна не присоединится, а она присоединится, поэтому буду заказывать поболее. И еще вот такой вот гель для душа, тоже взяла по очень хорошей распродаже. У нас стартовала какая-то распродажа, не помню, артикул 25-47, и я взяла вот прям 5 таких вот штук здоровенных, 400 миллилитров, потому что сейчас, вот знаете, даже в магазин сходил, если 35 градусов жары, да, мы же северные люди, мы не привыкли, у нас и морозы минус 30, и летом минус 30, да, такие резко климатические стали. И, конечно, очень спасает такой вот легкий, классный гель для душа, который не подсушивает кожу. Сходил с ним быстренько, переоделся после там магазинчика, после улицы, и уже так хорошо, так уже приятненько, здорово. Я даже летом голову не сушу, она сама быстро очень высыхает. Далее, вот такой вот шампунь, глубокое очищение для жирных волос. Это моей Катюше, 0191. Тоже взяла по распродаже 3 штуки. Вот знаете, заходишь в распродажу и думаешь, у меня все есть, мне ничего не надо. И понимаешь, что тебе надо все. Так, далее взяла еще вот такую красоту.
тоже и мамам, и себе, и дочке, да, то есть семья у меня большая, я как-то вот не люблю, чтобы у меня мамы ходили по магазинам и что-то себе покупали, поэтому я после обзора все распределю по сумкам, а свое просто составлю себе на полочку в запаснике. Питание Блеск тоже идет с маслом дикой морожки, универсальный бальзам для всех типов волос. У него яркий классный аромат, артикул 0194. Ну и гельчики девочкам нам всем взяла для интимной гигиены. Все-таки эти мне понравились больше, чем у нас есть линейка кварц, есть линейка еще такая фиолетовая. Все равно вот эти, они крутые, они прям крутые. Они идут для чувствительной кожи, они идут с приятными ароматами. Артикул 8722. Ну и такой вот огромный гель для душа, тоже был в распродаже. Взяла его для того, чтобы мыться в жару. 14.39. Так, тут у нас сколько? 500 миллилитров, а тут 400. В общем, гелей для душа хватит всем. И мамам, и папам, и Аням. Как мы смеемся, пакетик рублевый. Так, дальше спрей для интимной гигиены. Можно использовать на все тело. Очень шикарная штука. Артикул 16.28. Влажная туалетная бумага. Хотела взять 10 штук. И опять не туда нажала. И одна штука пришла. 304.00. Дальше вот такая вот куча лаков. У меня совсем закончились лаки. Предыдущие лаки, вы знаете, что я заказывала мастеру. Она у меня взяла 10 штук. А эти я взяла себе. Ну, мамам по одной штуке отдам. Остальные все себе. Очень часто у нас делают воронку. Скоро опять девочки приезжают на воронку. И наши лаки — это просто находка. Ну и, конечно, очень крутая сыворотка Бироэл. Очень-очень мне понравилась. Просто обалденная штука. Поэтому я ее тоже взяла. Это прям мой фаворит. Она очень хорошо подружилась с моей кожей. Лучше, чем все-все-все остальные. Поэтому 15.72 теперь одна из самых моих любимых. Уже беру третий, четвертый или какой-то раз. Поэтому по штучке мамам взяла и себе взяла. И дальше вот такие вот красочки. Я взяла по 3 штучки. 3 штучки на подарок кое-какому малышу, 3 штучки так себе. И, конечно же, меня часто спрашивают, почему компания начала тут, как говорится, можно снять и увидеть, что тут из-под дезинфицирующего средства идет вещь. Так вот, я могу сказать, что это просто в компании Faberlic это все осталось. Мы за экологичность. И, конечно, ну вот тут как-то вот люди обдирают, и там из-под дезинфицирующего геля туба. Мне кажется, тут ничего лишнего нет. Плохого, да, то есть краска как краска, внутри краска, аромат краски, в общем, все великолепно. И когда мы задавали вопрос в обратную связь, нам как бы ответили, что несколько миллионов там упаковок или сотен тысяч упаковок, уже не вспомню, просто перепрофилировали производство. То есть они хорошие, классные, да, вот видите. И очень многие на это ругались. А я, наоборот, поддерживаю. Вы представляете, просто бы столько неиспользованного выкинули, а тут вторичное использование. Но не вторичные, то есть их просто слишком много наделали. Я считаю, что тут ничего страшного в этом нет, это нормально. Артикул 17.52 у такой вот зелененькой, у ананасовой красочки для ванной купаться. У банановой такой вот желтенький оттеночек 17.53, ну тут еще все увидите. И, конечно же, у такой вот классной клубничной, такой классный клубничный, 17.54. В общем, ну все, мои дорогие, мой такой оптовый заказ. С вами была Клонова Аня, проект Faberlic Online. До встречи с вами в новых видео.